Ракета, поколдуй. Нет. Что? Я сказал нет. Когда ты придешь в себя, Квилл? Я есть Грут. А потом он протащит нас через полстанции, если мы ему позволим. Ладно. Еще одна комната. Если мы так ничего и не найдем, уходим, хорошо? Ладно. Еще одна комната. Не две, одна. Заперта. Обратно мы уже не выйдем. Я думала, у Нова больше кораблей. Слышал, у них дефицит кадров. От кого? Птички. Напели. В смысле, знающие птички. Питер Квилл, я вот что нашел. Сектор 1. Прием. Проверка в секторе 1 завершена. Уровень принятия 75%. Как она и обещала. Верьте. Обещание будет исполнено. Следуйте в сектор 7. С верой. Что ж, прекрасно. Мы не одни. Идут переговоры. Пусть вернут мой корабль. Мой корабль. Но есть подвох? Ну, похоже, они ищут что-то или кого-то. Так вот, почему здесь пусто. Да и хвост с ним. Зови кумпологоловых сюда. Обещание будет исполнено. Следуйте в сектор 7. С верой. Сектор 3. Прием. Эй, слышно меня? А он включен? Мы ищем Центуриона Карел. Кто это мы? Стражи Галактики. Нам нужна Центурион Карел, штраф заплатить. Приветствую, Стражи Галактики. Я с удовольствием помогу вам. Где вы находитесь? Мы на какой-то наблюдательной станции. Принято. Оставайтесь на месте. Мы придем за вами. Ну, что сказали? Придут к нам. О, а мы уже не ждали. Где Центурион Карел? Уверуйте. Сейчас ее с нами нет. Уверовать? Правда? Мне кажется, или они светятся фиолетовым? Я не верю им. Если есть запасной план, пора его осуществить. Я есть Грут. Идемте. И все прояснится, когда вы познаете обещание. Если здесь нет Центуриона Карел, ее корабль пристыкован снаружи. Я понимаю вашу тревогу. Мы умиротворим ваши беспокойные души. Идемте, Стражи Галактики. Мы отведем вас на надежду Халы. Тогда и вы обретете веру. Надо вернуться на корабль. Еще бы. Я есть Грут. Грут, круто, круто, круто. Это классное предложение, только... Прости, как там тебя зовут? Можете называть меня Карлос. Точно, точно, Карлос. Слушай, нам правда только штраф заплатить. И мы пойдем своей дорогой, а вы своей на ритуалы... Или что там у вас? И все в итоге в выигрыше. Возможно. Вы приняли ее священное обещание? Смотря что она обещала. Чтобы обещание исполнилось, все живое должно принять его всецело. Идемте, уверуйте. Итак, Вилл, нам не вернуться тем же путем. Ладно, меняем план. Обратим их в нашу веру. Очистите еретиков! Никто не...
Давай до бурта! Ну, хочешь, пусть тебя пристрелят! Почему они на нас напали? Тут явно творится что-то странное! Это дурно отразится на нашем штрафе. Думаю, это уже не важно. Раз двери хана, мы выйдем тем же путем, каким они вошли. Так что готовьтесь к драке. И вообще, почему они светились фиолетовым? Колдовство. Вирус? Ну, надеюсь, он не заразный. Надо найти Карел. Она должна знать, что происходит. Если она тоже не попытается нас убить. Ну нет, она не станет. Будет драка. Уже началась. Плохо. Вмять. Нога бьет нова. Кто победил? О, вот это я. О, нет. Дело плохо. Я не хочу ждать здесь смерти. У нас нет особого... Выбора! Дурья ты башка. Помрешь, блядь. Смерти! Что, дуреешь ты? Это будет тренироваться. Не можешь ему помочь. Бойте! Смел, чтобы последовать за мной. Скорее, безумец! Но смел, мне нравится. Что поволочешься? Не верю, что ты прыгнул. Не прыгнул, стремился. Береги!
я должен скрепить! Я рядом, здоровья! Не рассчитывали встретить так? Вот так! Они об этом пожалеют! Это враждебно, чтоб меня! Боже! Арби! Нахрен им надо! Может, даже у нее есть свой предел! Похоже, матриарх! Их главное! Да! Видишь, ты поплатить вам! Ждут крови. Меч тоже. Я хочу ворваться в толпу и оставить после себя гору трупов. Нас рвут в клочья. И знаете почему? Потому что мы деремся честно. Что? Но в нашей галактике честностью не победишь. Так покажем им, что такое драться грязно. Кто со мной? Это мы ты с тобой. Нет, они недостойны формы Форт-Садова! Она парень без рубашки! Мой черед, короля! Садись, говно! Думаю, сегодня мы штраф не заплатим. Неужели? Ребят, корабль Карелл в двух шагах. Мы должны лишь... Что? Что мы должны сделать, Квилл? Целый полк двинутых космокопов чуть в порошок нас не стер. А теперь ты хочешь получить добавки? Эх, да, твоя подружка в беде. Я не этого добиваюсь, и она мне не подружка. Убедил почти. Ракета. Единственная цель всего этого — вернуть наш корабль. Найдем Карелл, а дальше хоть трава не расти. Ты прав. Потом и не вырастет ничего. Мы не подписывались на то, чтобы идти через всю галактику на поводу Кополёба. Я есть Груч! Да ладно. Что за шутки, Карелл? Иди в страже, сказала она. Полезно для психики, сказала она. Короче, слушайте сюда. Мы с Грутом сваливаем с этой каменюки. Если кого подбросить, давайте с нами. Все остальные идите нафиг! Я предпочту план грызуна. Мы попытались. Преследуйте еретиков! Все должны принять ее дар! Если эти придурки хоть что-нибудь сделали с кораблем... Ракета, ну хватит! Да хватит! Говорил же, надо уходить! Мы уходим, я согласен. Найдем Милана и... Нарушители в ремонтном отсеке! И постараемся не сдохнуть. Первые разумные слова за весь цикл. Есть ли у нас возможность отследить Надежду? На кой хвост она нам сдалась? На борту могли быть выжившие. Или эти... Кем бы они ни были.
Я хочу оказаться как можно дальше от них. Разрушители в отсеке С! Все, этот чокнутый больше не будет будить! А как еще? Вбить в них здравый смысл! Выкури, ракета! Вот вам и заброшенная станция! Вот вам и заплатим штраф и спать! Пусть летит, Драк! Мы идем, ракета. Даже не начинай. Ой, да ладно. Вверх! Мы спустили камни и спустили. Подняться, чтобы вернуться в ангар. Прошлая встреча с корпусом снова была слабнее. Да уж, это не очень. Теперь они знают, что мы здесь. Мы не позволим им предупредить остальных! Будем медлить. Я от этого денька ждал совсем иного. Зачистить сектор 7. Срочно найти нарушителей. Я знал, что это плохая идея. За парсек было видно. Не думала, что снова буду драться с корпусом. Они уже не корпус снова. Это не считается. Но кто они? Или что? И что за свечение? Хоть раз, давайте не будем соваться. Эй, мы пройдем здесь. Я есть Грут. Стеснешься, подберись. Может, Карел вернулась на Ксандр, чтобы отчитать... Глянь, они молятся? Во что мы вляпались? Посмотри на того. Не похож он на Нова. Это колдун. Видите, магия течет к алтарю. Но магии не существует, да? Пошли, пока эти полоумные нас не заметили. Мы будто наткнулись на жуткий культ. И это не наша проблема. Наша, раз они захватили корпус Нова. Нет Нова, нет штрафа, нет проблемы. Надо кому-нибудь рассказать. В дневник запиши. Пошли, нам вниз. А откуда ты знаешь? Ниоткуда. Просто хочу уйти подальше от этих ненормальных. Приятно видеть, что ты слушаешь. Нельзя видеть, как слушают. Не зли меня, крепыш. Ты пока еще на хорошем счету. Я есть Грут. Мне не злиться? Это он виноват. И пусть не говорит со мной. Ракета, взломай. Я разберусь с дверью. Кто-то ж должен нас вытащить. Да! Смерть неверных! Мягкий план! Здесь на проблемы! Делай это, здоровяк! Держи обещание и не вставай, солдат! Попаление — это лучшая защита! Нам нужна кинешка, брод!
мог он вступил без начала? Значит, вы должны ответить! Может, вернетесь к своим молитвам? Я дам им помощь по причине. Что ж, ракета? Берегите головы! Берегу, как могу! Берегу! Могу! Это прям смерть с небес! Есть! Пошли! Я не сомневался, я просто... Двери забаррикадированы. Хоть кто-то пытался сопротивляться. Это им не помогло. Мы этого не знаем. Кто-то мог остаться на станции. А может, это были те, кто сбежал на Надежде Халы. Да мы же сами все видели! Кумпологоловые едва успели выстрелить, как эти светящиеся с ними разделали. Гамора права. Это... Притворимся, что не видели. Ну так пошли уже, что ли? Следующая остановка – ангар. И какой наш стыковочный номер? R-73-4PL. Ты серьезно? Всегда. Ты теперь мой любимчик, здоровяк. Нет, неправда. Вот он где, мой хороший. 4PL. Так. Вот так. Все чисто. Выдвинуть мостки и... вмять! Кто там? Захвата не отпускают. Эти психи включили блокировку. Можешь ее снять? Тогда это не было бы блокировкой. Я удержу корабль и прогрею двигатели. А вы разожмите захваты вручную. Ладно, захваты. Чур не умирать. Всем верным собраться в центральном ангаре. Им не избежать ее света. И лучше побыстрее. Питер Квилл, впереди противник. Шшш. Разберемся с этим отрядом. Займись захватами, Питер. Мы тебя прикроем. Один есть. Драк, не подпускай их к Питеру. Порядок, порядок.
бы не пал бы так легко! Ты задеваешь чувство психа! Один шизик из корпуса Нова готов! Как думаете, они могут отойти? Полагаю, они не слишком замотаны. Завалил одного психованного копа! А как еще убить в них здравый смысл? Вот так вот! Как прогресс, Питерквилл? Похоже, медленно, но верно! Драк, не подпускай их к Питеру! Истинный корпус слова не пал бы так легко! Ты задеваешь чувство психа! Я устранил угрозу! Возвращайся в битву! Едва выкрутили! Спасибо, дружище! Стреляю по захватам! Все получится! Мне произвести вдохновляющую вещь! Я думал, ты это сделаешь! Смотрите, куда стреляете! Не попадите в такси! И еще один! Да! Я включу систему рекламу! Двигатели прогреты, сиденья нагреты! Восхищаюсь их упорством! Я бы хотела восхищаться чем-нибудь другим! Еще чуть-чуть! Ригард! Мой корабль! Под контролем! Аккуратней! На меня это сделаем! Они! Давай! Пошли, пошли, пошли! Идите! Я их задержу! Что дальше? Направимся на контраксию. Поболтаем за кружкой холодного кататианского отвара. Я не против, но... Надо сперва сообщить о том, что мы видели, так? У тебя нет других проблем, Квилл? Идем, Грут, нас дела ждут. Ракета! Да что с ним? Этот выродок не бывает довольным. Ракета в чем-то прав. Связь накрылась, времени все меньше, а Корел может быть где угодно. Расклад не очень. Мы между молотом и ковальнями. Между молотом и наковальней? Я это и сказал. Как же нам нужен выходной? Ну, контраксия? Предлагаю лететь на забвение. А, тоже подходящее место для обильных возлияний. Доложить об увиденном. Слушайте, мы с Космо давно знакомы. Он глава охраны, он проинформирует об этом, кого следует. А трекер и штраф? У ракеты друг на забвение. Мы двух зайцев убиваем. Ладно, задам координаты. Ты бы помирился с ракетой.
Питер Квилл, как именно убийство двух зайцев поможет нам? Эй, Дракс, ты в порядке? Тебе должно быть не по себе из-за того, что пришлось драться с копами на станции. Не беспокойся. Мне просто нужно время, чтобы привести мысли в порядок. Да. Не думал, что придется драться с корпусом. Те бойцы действовали не как офицеры корпуса Нова. А жрецы это очень тревожит. Если бы Квилла волновала команда, он не стал бы плясать под дудку своей бывшей. Я есть Грут. Эй, парни! Что там? Ничего, Квилл, ничего. А что случилось с Грутом? Ну, у него дефоляция сезонная. Я знаю, что ты врешь. Вы что-то задумали. Наши планы тебя не касаются. Отвали ты, Квилл! Ракета? Отвали, Квилл! Да ладно вам! Я есть Грут. Грут говорит, проваливай! Давайте все обсудим. Отстань от нас! Грут, образуем его! Грут не хочет говорить! Ракета! Грут! Парни! Ракета! Грут! Парни! Как изменилась бы твоя жизнь, присоединись ты к корпусу Нова? Моя жизнь или Питера? Обоих. Сомневаюсь, что мы бы там прижились. Ты не в восторге от миротворчества. А Питер не в восторге от шлемов. Порт. А координаты? На твоей консоли. Понял. Убийца? Расслабься. Я иду в туалет. Я не напряжен. А на вид, будто хотел меня прирезать. Мне говорили, что у меня сердитое лицо, когда я думаю. Кто, ракета? Нет, Ховард, моя супруга. О, прости. Ей нравился мой задумчивый вид. Он ее очень возбуждал. Так, я пошла. Убийца, ты считаешь, что события на скале можно считать мятежом, верно? На мой взгляд, да. Даже если бунтовщики были под воздействием неизвестной силы? Это не меняет того, что они не подчинились приказам и стали убивать сослуживцев. И это так мерзко. Нужно очистить разум. Книга не помогает. Если хочешь совет, я как раз дочитала неэффективные планетарные боевые тактики галактической войны от мира сознания. И че... Гамора! Эй, это же моя зубная щетка. Зубная? Так она же для ногтей. Зубная щетка для зубов! Я чищу ногти, а ты зубы? Гамора!